Так, ладно. Всем привет, продолжаем ведь папку. Тут у меня немного прога почему-то записывающая перестала работать. Нормально, запишу как есть, короче. Блин, в итоге на пикадо упал. Естественно, не должен был сюда падать. Поломалась программа, которая записывает. Я не знаю, что случилось, но что-то с ней не так. Челышки, блин. Проснулись, да? Нахуй, не кто там зеленый говорит? Господи. Ладно, поехали домой, удастся. Хоть так запишу, хоть как-то. Проснулись, и сам, блин, сам только проснулся. Главное не разбиться. Домой. Мальчишка. Я на мотиках покажу, потому что на экран не есть почему-то меня захватывает, что-то сломалось. Так, в принципе, можем машину сменить. Наконец-то спокойно поехать. Где вроде как не должно быть людей, да? Чтобы я не приехал, там год не заспавнился уже, очень проблемно же будет. Пиздец, что. Че он там говорит, что сам с собой разговаривает? Логи какие-то непонятные. Чё, нахуя дедушка, да, бля, 70-летняя? Пизда, бля. Ты чё? Что за дебик у нас? Так. Это дебик. Ладно. Бывает чё. Так, этого нету, да? Блин, проблема, знаете, в чем? В том, что если я мышку за экран увожу, то у меня игра сворачивается. Блин. Уже два раза сейчас только что было. Короче, буду водить мышкой и... Блин. Ладно, здесь... Все нормально будет. Да, блин, не то. Вот опять. Блин, здесь... Что это было?
Блин, короче, у меня экран не захватывает с игры, пришлось рабочий стол захватить. Опять. Вот, по идее, надо Alt F4 пожать и перезайти в игру. Из-за того, что игра, видимо, что-то глюкнула, из-за этого у меня не захватывается, ну, типа, ни окно игры, ни за чисто рабочий стол. И при этом я не могу почему-то его сделать нормально, ну ладно. Пулемет. Здесь будет пулемет пока. Надо понять, в какие моменты я мышку вожу за экран. Когда вот, когда утаюсь, наверное, да? Потому что мышка только когда ты утаешься, она здесь. Больше нигде нету ее. Поэтому, ладно. Да нахуй мне твой коряк, блядь. Какой коряк? С кем он говорит? Че, зеленый? Бездный, за базаром последите, пожалуйста. Вот я тоже думаю. С этой кейс микро. Дебил, блин. Да, вот я тоже думаю. Дебил какой-то. Нам нужно сделать проще. А даже мы вот так сделаем. Зарепортим его. Дебик. Ну, дебиков надо уничтожать. Тут как бы. Дебиков надо уничтожать. Так, что у нас получается? У нас прицела вообще никакого нет, вот как замечательно. Короче, когда я в инвентаре, да, мышка только. Ладно, просто я думаю, во время стрельбы хоть не появится у меня мышка, потому что придется стрелять, я это вместе ничего не смогу. Перезаходить неохота, надо в игру перезаходить в игре. Потому что у меня программа не захватывает почему-то это. Фиг знает, только что две игры записал, все было хорошо. Третью пошел и не захватывал. Что-то глюкнуло. Что-то, видимо, глюкнуло. Так, каска, жилет есть. Так, а зона? Зона рядом. Зона рядом, прицела нету, вот что, прицел бы, конечно. Личный магазин и прицел. Может, конечно, винчестер взять, хоть X3 хотя бы. О, X4. Собираю все, может быть, мутант тут найду, поэтому семерки накидываю. Так, канистра-то у меня здесь, да? Все правильно. То есть, если места не хватает, то надо просто на пол выкинется и все. Выкинется на пол. Так, нет, отсюда выйдем. Ну, зато видос будет меньше весить. Из-за того, что у меня экран не полностью. Наверное, ну ладно. В принципе, ну, в общих чертах все видно, я думаю, тут. Не знаю, как в файтах будет. Так, ладно, выкинусь. Блин, опять меня. Подожди, не всегда. Вот сейчас я ничего не делал, у меня уже. Бляха-муха. А почему у меня мышка-то ушла? Подожди. Почему появилась мышка у меня сейчас только что? Была курсор мыши. То есть получается не этот во время файта может такое произойти. Так, возможно. Опа, дроп.
215. Блин. Двести двадцать, поехали, короче, за дропом. Где-то на горе или за горой, или... Это вот там, за горой как раз, наверное. Может, кстати, в воде, ну ладно, разберемся. Вот они светятся и все, их найдешь. Конечно, дальше упал. Так, ладно, пофиг, короче. Опять не так. У меня проблемы с дропами, короче, не знаю. Проблема с их нахождением, так скажем. Лично. Внизу здесь посмотрим еще, может быть, тут. Блин, вроде 220, вроде должно ближе быть, но... Странно, почему я не вижу его? Если бы он горел красненьким, то я бы, ну, нашел его, а так тут и ботов вроде нету. Чем туда? Так, значит, мы что, получается, едем вот под Эрхазар дома, наверное, да, вот сюда. То есть, ой, да блин, опять. Нет, на сверху лучше, да, наверное? Лучше наверх. Только она не рада просто заехать в город немножко. Что за дело? Yeah.
знаю, что ищу, но... Да, блин, бесит. После этой зальпы я зайду. Сейчас, кстати, этот 24 кила сделала команда в азиатском турнире. 24 кила на его игре. Просто шок. Могли бы 25 сделать, но... Не пошло. Ну, сейчас он выиграл. Так. Ай, бустанемся. Блин, естественно, не в зоне. Опять! Опять свернулся. Ну что, дверь не идет, пусть не мог дверь взять. Я, наверное, все-таки здесь пока потусуем. Сейчас что, на соседние дома уйдем. Главное, чтобы у меня это... Нифига он там кинул. А, ну, в принципе, да, нормально. Так. Ладно, поехали сразу, пофиг. Что-то я что здесь просижу, вообще никого не увижу. Здесь все иду. Так, где у меня машина-то с той стороны, да, вроде? Блин, опять! Почему? Я не понимаю, почему у меня появляется мышка на экране иногда? Почему ничего не делаю? В смысле, ни в меню, нигде. Что за бред? Что если с ним уехал? Пойду поутаю. Немного до домов не доехал. Бери его, бери его. Ладно, пусть будет пока валяется. Какой-нибудь мутант будет, сейчас возьмем, а так. Во, в личный магазин. В смысле? А почему не перезарядил-то я? Я же нажал. Он бежит. Блин! Не могу стрелять. А, зеленый еще едет. Ладно, короче, скину все.
А, мутант. Подожди, а что мне еще надо? Это хренотень. Ничего, да? Боты ебаные, сука. Ты что, боты не убили, что ли? Мутант возьмем. А, вон бежит. Блин, опять, что такое-то? Блин. Так, он прям назад, возможно, за мной бежит. Сейчас за зоны двое сдохнут. Синий, возле тебя там дроп рядом. А толку от дропа-то, блин, ты удивился? Блин? Зачем мне дроп? У нас, блин, ты врага осталось. Чего ты, блин? Что за дебил, блин, в команде? Толку у меня от дропа-то. У нас один враг, скорее всего, что они нокнули, добили, но это этого, блин, все у нас один враг, который сдохнет от зоны, блин. Они его видят, что ли? Ох, уж ты дебики, конечно, в команде. Команды, блин, одни дебики. Дроп, говорит, у нас один враг остался, он говорит, у тебя дроп падает. Конечно, побегу сейчас лутать, нафиг мне надо. Дроп, говорит, у тебя. Так, надо, короче, папку перезапустить, что-то меня, блин, почему-то экран не захватывается. Почему-то. А, это этот чел, который болтал, да? Дебит этот. И скиллов сделал. Только толку-то, блин. А, толку только. Считаем, это любой может, конечно.